Так, всем бодрого времени суток, любители сборных моделей и... Так, ребят, снимаю для вас, для любителей масштаба 1 к 72. Что мы имеем? Это Соединенные Штаты Америки, цены указаны в долларах, североамериканских долларах. Значит, разброс цен на Трумпетер. Есть отечественная звезда. Странно, что четверки по $29, Як Пантера $21. Видимо, может быть, завоз какой-то там старый, знаете. Мне так показалось. Первый раз вообще увидел в 72-м масштабе академовский тигр. Я даже не знал, что так, ну что... И оказывается, академия выпускает королевский тигр. Тоже не знал, если честно. Ну, в 72-м масштабе. Не знал. Есть вот такой вот простенький тигр. Сейчас мы его откроем, посмотрим на внутрянку. Так, вот здесь схема сборки. Очень плотная какая-то она вся. Фигурка танкиста даже прилагается, да? Ну, давай посмотрим. Со звездой вряд ли сравнится. Но это такое, как Wargaming, мне почему-то кажется. И, честно говоря, он не выглядит на 72-й. Он как будто бы какой-то 76-й. Так, траки резиновые. И фигурка танкиста. Тоже, скорее всего, какая-то резиновая, наверное. Я не знаю, что это за материал. Винил или резина. И декаль. Значит, вот как выглядит, извиняюсь, вот как выглядит общая схема сборки. Ну и стоит это удовольствие $14. Ну, с налогами будет, наверное, 14.40-14.50. Так, далее здесь фирма Pegasus. Это штатовский бренд, насколько я понял. Если нет, можете смело меня поправлять.
Почем, кстати, Пегасус этот? 15 долларов. Вот тоже, кстати, Хасигавовский тигр. Тоже я его никогда раньше не видел. Сейчас заглянем внутрь, кому интересно. Кому не интересно, не заглянем. А это Мираж, не Мираж, я не знаю. Польский 72 масштаб. Вот это что такое? Или это... Как же эта фирма называлась? Журнальная польская. First to Fight. Даже 19 долларов как-то дороговато. Ах, так он даже идет в связке с Пантерой. Пантера G и Тигр 1. 40 долларов. Я такой в интернете видел за 29,99. Здесь это дорого. Комбо. Вот что мы имеем. Это у нас Тигр. В Тигре идут даже две фигурки. Ясно. Ну, распечатать не получится. А что в Пантере? Не-не-не, за такие деньги смысла нету. Тоже две фигурки. Нет-нет, за такие деньги смысла нету покупать это. Честно говоря, даже и 30 долларов за две модели дороговато. И нашел еще такой Armor Fest. 22 доллара. Судя по всему, там две 34-ки внутри. И это какое-то старое-старое. Да-да-да, ребят, так оно и есть. Это вот что-то сильно старое. Я так думаю, это как эски, что ли. Годы 70-е. Нет? Ингланд. Семейство 34, 2007 год. То есть два одинаковых литника. Понятно. Напомнило, помните, при Советском Союзе в Беларуси продавались 34-ки и БТ-шки. Можно было также собирать из нескольких деталей.